Чё за дела такие? Тигра, где мы? Тигра? Мы в электрозаводке. Да, ребятки, привет всем. Привет, привет. Это так стреляет моя пушечка. Я думаю, она посерьезнее будет стрелять. Чё она у тебя, чё, помповое ружье? Да. О, смотри, там второй этаж, пацаны себе построили лестницу. А у нас есть чем взорвать это все? Опа, airdrop. Airdrop сейчас? Черт. И тут уж хочешь, не хочешь, она нашла. Придется выкидывать наш весь мусор. Чё давно это? Ой-е-е. Теперь хрен узнает, чё, чё мне здесь надо, а чё мне не надо. Ю-ху! Не знаю, всё выброшу. Ну я пойду пока поставляю. Йоу-йоу-йоу. Где все, где все? 10 зомби, мне надо срочно патроны расстрелять. Тиграй. 10 зомби. Так стреляет еще. Я когда-то останавливал отсутствие зомби. Где аирдроп? А, он был там. Я даже не видел, где он был, я был в зоне. О, нормальный шотган. Вот шотганы я люблю. Вот это тема на тему. Я тебе говорю. Вот как шмальнул разок, как шмальнул. Я настройки, если что. Так а где аирдроп был? Ну там. А, ну вот он здесь. О, тут что-то выпал. Нормально. Тут выпал рюкзачок. Нормально. Вообще шикардос. Travel pack, кстати. Travel pack, это все мое. Вот travel pack это прикольная штука. Думаешь, короче, вот так. Нет, это, блядь, оказалось говном. Че? Ты про что? А, нет, подожди, 6 из 4. Нет, нормальная тема. Ты про что? Про travel pack. Вон тоже пушка без ничего. Ладно, нафиг выкинем пушку без ничего. Ты че, мародеришь? О, ПКМ, ну да. Сейчас я приду, помогу тебе помародерить. Там просто есть патроны для 5.56, если что. Патронов вообще не вижу, если честно. И что-то вот бедноватый какой-то. Вот ПКМ, то, что у меня охрененно. Нафиг мне вообще аптечку возьму. Обрез. Не, обрез без фантой. Ну я сейчас шмальну в кого-то из него. Давай. Посмотрим. Это что было? Это все? Да, вообще все очень печально в последнее время. Почему так по-нищебродски? Крава. Ну ты понял, да? Ну ты понял, да. Там уже говорить ничего не надо, просто. Слушай, я че. А действительно, а где все зомбаки? Я вот тоже интересуюсь этим вопросом. Мне надо в кого-то пострелять, куча патронов есть. А нету никого. А, вот, я нашел, иди сюда. Подожди, я здесь какой-то второй этаж нашел. Опа. Тигр, а что это за второй этаж, кстати? Хоч! Тигр, 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 иди сюда. А ну-ка иди сюда. Это ты? Это был я. Красавчик, тигра. А что здесь? Ну ни хера себе. А что это за второй этаж вот здесь такой интересный? А что, я там вроде был? А ну-ка иди сюда. Это домишко какое-то? Да, домишко, иди второй этаж. А, так я поднялся. Ты там был на втором? А там ничего, да, там ничего не было. А ты что, не взорвал ничего? Не. А что, ты что, добрый? Во-первых, гранаты не было. А и сейчас нет? Во-вторых, и сейчас не было. Блин, а? Во-вторых, я что-то так подумал. Ну и что, у нас такая серия будет разрушителей. Серия разрушителей. Идем зомбаков гонять, это что-то. Где, есть какой-то дырчик? Да, я ж приехал на нем. Нет, знаешь что, на дырочке на одного человека езжай сам. Надо так. Второй такой же намутить. Да ну нафиг. Или купить себе Ламборджини. Да ну. Ты ж. Эй, что-то зомби слабенько даже реагирует на фальшвейер. Вот так вот. Идем вон. Опа. Я честно говоря подумал, ух ты, шотган выпал. Обожаю шотганы. А это что такое? Тигр, хочешь шотган? Да вон, я там на берегу еще один выбил. Блин, я обожаю шотган. Придется что-то. Блан. У меня зеленый автоматик есть. А на тебе.
Сейчас я делаю все просто. Я нашел пожарную машину. Опа, едь сюда. Подвези меня, чувак. Сейчас мы здесь все почистимся нафиг. Тебе играть? Какой-то, слушай, вообще, аирдроп слабый-слабый. Да, вообще, в последнее время все серваки какой-то трэш происходит. Честно говоря, я... Ага. Баки пустые. Но мы это исправим. Ну, это радует, что ты исправишь это. Давай, тигр, быстрее, а то у меня есть... Это ты едешь? Фу. Да, кто? Сейчас, сейчас, тигр. А ты красиво сделал. Стараюсь. Мне надо место. Да, машину и на заправку едем тут рядом. Да подожди, я сейчас здесь... Надо кое-что причесать здесь. Блин, а? Некуда так в машине причесывай, что ты? Не могу, я мне надо взять оружие. Я пока развернусь. Ну ладно. Так. Так. О. И? Я, блин, не могу взять шотган. Че он такой огромный? Так что там, кто-то бежит ко мне? Нет? Сейчас тигр. Да, 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 зомби, зомби, зомби. Ух ты, ёб твою мать, ты опять вовремя. Тигр. Сейчас, сейчас, одну минуточку, я сейчас, буквально секундочку и... Поехали. Поехали, поехали, поехали. Включи мигалку, чё ты как маленький. Вот так вот. Все, езжай, езжай, езжай. Так, на заправочку заедем. Да? Один. А, прям. Вот это... О, шотган еще. С тобой вообще ничего нельзя взять. Все, я пока заправляюсь, иди за шотганом. Да все, я фальшивер лучше нашелся. Так, ладно, я пока мотну сюда на пристань, постреляю слегка. Ну, мне жалко, что бразильцы не пошел с нами. Ну, видишь, не понял у нас. Наверное, у нас плохой английский. Они понимают нас. Да, и еще хуже. Слушай, это, там вертолет, простите. Я вижу. Тихо. Гонишь. Вон вертолет. Гонишь. Да иди сюда. Ну что тебя буду обманывать? Тигр, тебя я обманываю? Твою мать! Вертолет. Твою мать, вертолет. И желтая субмарина. Ну, субмарина навряд ли на ходу. А давай посмотрим ее тоже. А вертолет на ходу, стопудняк. А давай все субмарину угоним. Давай. А давай. А ты уже нырнул? Вот ты шустрый. А че, блин? Да не, это так, это красота. Декор, короче. Декор. Декор. Декор желто-yellow submarine. Я на нее залез. Ну и че? Там херня. Ну и а такое. Взорвать ее нельзя? Ладно, поехали с вертолетом разбираться. Взорвать лишь бы, блядь. Ну, либо поджечь, либо потерять. Ну да. Так, а теперь залезть на эту штуку бы еще? А, нет, нормально. Ну не очень, но ну, прокатило. Так, ой, там, смотри, это дом в море. А вот это не зря вообще. Так, давай. Так, ну нам нужно будет на заправку прилететь, же надо будет. О, я его заправлю. Давай. Ты думаешь, мы здесь прилетим столько, что нам понадобится 85%? Ну, полетим. Я не умею управлять. Я тоже не переживаю. Давай, 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 тигра, давай. Если что, я прикрываю сзади. Не, если... Давай. Давай, я прикрываю тебя. Yeah. Давай, тигр, взлетай. Вот. Осторожней колетай тут. Так, лети, лети, куда мы хотели лететь. Давай, давай, тигра. Ну, тигр, пилот. Чувствую, сейчас навернется. Я не знаю, как им управлять. Ты куда летишь? Ну, походу, вверх. Мне кажется, ты не туда летишь, тигр. Так. У тебя мало времени. Я его сейчас... Ага, тигр, мы падаем. Мы падаем. Все. Мы не падаем? С этим разобрался. Хорошо. А, во! У нас крен назад, крен назад. Хорошо, крен вперед. Вот так, да, летать?
Я просто так. Не обращай внимания. Нас никто не убивает. Хрес. Во, другой автомат. А куда летим хоть? Сейчас скажу, не вопрос. Мы летим на горку, прямо. Сколько у нас патронов? Ой, сколько у нас бензина? Тигр, сколько у нас бензина? 53%. Смотри, как я умею. Да, блин, мне что? Правильно, блин, ты выпрыгнул? Нет. Ты серьезно? Ты серьезно не выпрыгнул? Кого? Ты мертвый, ты что так что сделал? Да? Вообще огонь. Ты осторожно над горами летай. Вот ты. Я чуть не шмальнул, только шел в нас. Там есть кто-то? А мы так шипырили, да? Или нет? А что за толпа? Нет, что там за толпа такая вот лежит, стоит? Где? А вон там, там машины были созданы. Сейчас. А, так то вон, ой, я вертолетную площадку нашел. Садимся. Сможешь? А вон самолет, да. Вижу. Лукас, Тигра и Корвус Карань какой-то. Никого нет. Слушай, а давай домой полетим. А где наш дом? О! А? Кстати, по идее вот он, прямо перед нами. Где? Сейчас посмотрим. А что там за летающий херня? Плавающая херня какая-то. Сами корабли какие-то. Кстати, лодки. Ой. Знаешь, а лодки добавили? Вот, кстати. Да, вон лодки, кстати. А вот наш дом, Тина. Да, вот наш садимся. Дом. Садимся. Садимся, если с планом, конечно. Если хватит бензика. Ну, не состояние прыгать. Если не прыгать, то почему? Ну, скорость из вертолета так себе. Вообще никак. Ну да. Тигр, садись. Только осторожно. Ты садишься? Ну, как слышишь? Я вижу, что скорость просто уменьшается и двигатель. Ну, как-то мне стрёмно становится, честно говоря. Ой-ой-ой. Тигр, мы креном идем вправо. Вперед, вперед, вперед. Давай, давай. Давай, тигренок, давай. Опа, нас стреляют, мы под обстрелом. Тигр, мы под обстрелом. Надо садить, надо сажать птичку. Сажай птичку, не смотри ни на кого, я отстрелюсь. Какой мудак настрелял? Да, по деревьям. Как во Вьетнаме, чувак. Ой-ой-ой. Сейчас пулемет достану. Да, как сейчас помню. Сейчас вот пулемет достану. Вот так вот. Садимся. Так, теперь где он? Садимся, бро. Садись, только не на газу. Чувак, ты не туда садишься, походу. А, прям возле дома, да? Ой-ой-ой. Мы сели. Я выпрыгнул. И я. Отлично. О, сок. Сок, это хорошо. Что за... Слушай, нормально посадил, да? Я думал, врежусь во что-то. Тихо, тихо, тихо. Где этот чувак, который нас стрелял? Я хз, надо найти, наказать. Ну, это понятно. Это понятно. Пойду. Опа. Это он тебя стреляет? Или ты? В меня никто не стреляет. И я тоже ни в кого не стреляю. Я слышу выстрелы. Гонишь. Стопудово было, Тигра, ну на записи посмотришь. Давай, давай, быстро домой. О, давай. Слышу, слышу. Давай домой, о, скажи. А тут оружие, дружище. Да? Да-да. Ну нахера тебе оружие, Тигра? Ну нахера тебе оружие? Ну, слышишь, халявно-то пулемет, что не забрать? Ну да.
Я здесь, короче, ловушечку наставил, осторожненько. Ставчик. Так, о, гранат, граната, граната, погоди, или это зеленый дым был? Не-не, это зеленый дым. Ну, а где он стреляет? А я не знаю. Опа. Я вижу его. Где он? Хоме. Сейчас, я на хоме прыгаю. Блять, я на хоме, я умер на хоме, я гениален. Опачки, тигра, а по-моему у тебя на хоме стоит ловушка. И у меня на хоме стоит ловушка, вот это подстава. Смотри, как хитро сделали. Блин, он подбежал к этому, ко мне. Вертолет, а я на хоме прыгнул. Так убей его, блин. Я на хоме мертвый. Вот видишь, выходи. Там ловушки сделали, прикинь. Вот это хитрая система. Опа. Смотри, какая хитрая фигня. Да, подлечиться бы. Да. Сейчас найду бы быстрому что-то, чем подлечиться можно. Только он меня убил опять. Потому что он хитрый. Хитрый. Так, теперь надо искать, чем бы подлечиться. Инвентарь. Да, тигра, да. Да. Ну ладно. Что-то я в первый раз не додумался это сделать. Сейчас сделаю. А что сделаешь? Да кровать не заберу. Это он в нас, что ли, да? Наверное. Типа? Сейчас соберемся быстренько. Ну что, нормальненько так полетали, сейчас разобраться с этим чуваком надо. Да как он сквозь стены-то стреляет? Не знаю, честно говоря. А кто это? Corvus Corax? Это кто? Это админ. Да. Админ разве? Ну у него там ник какой-то цветастый. Да не, он золотой ник у него. Ну что это какой-то gold? Это типа gold, да. Понятно. Сейчас будем разбираться. Это не тот Паша или как его там звали? Да как он меня через стены-то убивает? Что за бред? Блин, я не могу половину оружия забрать. Опа. А, блин, у тебя же оружие есть, а че я, блин, как дурак прыгаю? А я не знаю, что это. Да, автоматик, блин. Слушай, да, автоматик. Вот из-под меня, из-под трупа собери что-то. Я забрал твои эти. Иди сюда, сейчас дам, шо тебе дам. Рожки. Рожки, иди сюда, рожки. На тебе вот его, на. Давай его сюда. Ну, блядь, правда, с него стрелять так себе. Ну, прости, что есть, то есть. Могу тебе супрессоров накидать еще. Спасибо. Угу. Обращайся. Короче, делаю ответный... А, что? Что? Опа! Ответочка такая. Че, тигры? Отлично. Завалил меня. Нормально, бро, сейчас все будет. Убиваешь, переговоры. А мы с ним не ругали? Мы с ним не воевали раньше? Да нет, блин. Верно? Спроси, а чё ты? Спокойно, тигр, я здесь все веду. Иди сползи за автоматом. Тебе чё тебе надо? Да чё ты с ним разговариваешь? Давай замочим все. Сейчас я здесь все закидаю дымом. Блин, у меня столько дымовых было. Потерял. Блин. Короче, ребята, здесь нас опять, как всегда, оккупируют. Мы злимся. Опа. Да чё мы? Ага. Чем она? В кого он стреляет? Не знаю. Ага, всё, вижу его. А где он? Вот он здесь, возле стенки моей. Возле твоей стенки? Ага, он пробил защиту. Ага. Убил тебя, да? Да. Ну потому что с этим пулеметом стрелять нереально. Возле какой стенки, интересно? Ой, а чё они? Хоми. Хоми, осторожненько только на хоми. Как эти штуки убрать, интересно? Их же можно какие просто сломать, да? Ловушки? Да. Да нахер тебе их убирать? Пусть вот и стоят. Переговорил, я вернулся. Колдун? Кто такой колдун? Да пускай стоят, ладно. Идите, я дам другой пулемет. На тебе покруче пулемет, тигра.
Вот это, бля. Ну все, пошли. Загасим. Ага, он без прицела, блядь. Ну прости. А как прицел выглядит? Хоть какое-то перекрестие. Это ты накидал ему туда? Я ему ничего не... А, что накидал? Ага. Он стреляет. Дымовуха. Дымовухи я... Нет, это не я кил. Это он придумал. Тигр, это ты? Или это твой труп? Так это где мой он? Труп. Ух ты. Пикап Юрий появился. Вот иди сюда. Где он? Он внизу? Да. Где он? Ага. Он в этом домике? Да твою мать, блядь. Да чё ж ты не прыгаешь со мной? Так пошли, я же откуда знаю. Так ты, блядь, стоишь наверху. Как ты его увидишь, если ты не вылазишь? Всё, не ной, не ной. Давай я тебе дам ещё один автомат и пошли. Я ему что, блядь, оружие спускаю вниз? Давай, вот опа. Тебе пикап Юри, давай. А чё это? Пикап Юри бери, вот, пикап Юри есть. Ну? Так я внизу, блин, прикинь. Вот. А, сейчас тебя выкинет это залагало. Нет. Он клайм. О, Юрий, да, давай. Да. Все, давай, прыгаем. Зачем? Я вон поднялся. Спустился? Короче? Без переломов ног. Ага, отлично. Просто, блин, а что за лаги? Я не знаю. Ну, сейчас выкинем нас, как всегда. Полюбаса. Так, спускаемся. Там ловушка, да, я видел? Видно стоит? Нету. Уже нету? Странно. Давай, давай, тигра. Идите в жопу, сейчас опять обходить начнете. Я перепрыгнуть не могу, блядь. Ноп. Ноп. А куда перепрыгнуть? Чё перепрыгнуть? Я уже спустился. Где он? Да вон за этим зеленым зданием. Чё ты как этот, блядь? Где он еще может быть, если он убивает меня все время? А у меня лагает же. Что делаешь? Ищу его. Блин, я сам на свою ловушку нарвался. Обидка. Я не могу выйти из дома. Как? Ты уже из дома вышел, ты чего гонишь? А где я? Ты находишься... Вышел почти из здания. Ну, так я не могу перепрыгнуть, блядь. Вот что за бред? Ты поднимись. Так я прыгаю, блин, а он, ну, лагает сер... О, блядь. Выпрыгнул. Давай, вот, тут где... мои шмотки валялись. Давай, давай, где он, где он? Если они есть, блядь, еще. А, они есть. А что это он? Где он? Был там. Ну, это не он, это трупняк твой держит, походу. Ну, и где он? Тигра! Да. Где он носится? Да свалил. Ого, нихера тут оружие валяется. Да, походу чувак свалил. А вон босс. Или нет. Ну ладно, хватай оружие и домой. Фиг с ним. Короче, не получилось у нас с ним повоевать. Обидно. Ребята, что-то, видите, короче, если да. Вы приходите к нам в гости, либо дружите, либо воюете. Да. Ну да. А то обидно как-то получается. О, пулемет. Возьму два пулемета. Возьму все оружие, короче. Я взял все, короче. А, забирай. Все, ребятки, тогда увидимся в следующей серии. Всем счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Не повоевали мы в этот раз. А, что, зато у нас есть вертолет. Да, ну его сопрут быстрее всего. Да. Все, всем счастливо, всем пока. Пока.